Нет, друзья. Это всего лишь завтрак в 6 утра. Тебя не порвет, нет? Я что-то не приступал. Это первый завтрак, да? От чего? Одного созерцания, что ли? Научим Европу панкетуаты. Ну, с таким-то видом аппетит нагуливается моментально. Да. Даже без вида. Без этого вида не страдал. Отсутствием аппетита. А теперь тем более. Ты с закрытыми глазами точишь. Я по запаху иду. Угу. Сейчас, ну вы живете. Так, там кофе еще надо сделать. Сделать 4 кофе. Да, друзья. Легкий завтрак в заводской столовой. С видом на башню Халифы. Все как положено. По-другому у нас не бывает. Так, сейчас это доедим, пойдем за добавкой. Бассейн наш. Здесь мы едим, там мы купаемся, там мы живем. Короче, оккупировали все. У меня уже ключи от всех номеров тут. Персидский залив, или как они еще называют, Аравийское море. Да, нравится мне завтракать с таким видом. 31 этаж, скромная заводская столовая. О, кофе принесли, thank you. С сахаром, с молоком? Да, со сливками. Сливками и всего побольше. Да. С кофеином или без? Не без кофеина. Если с кофеином, уноси. Я с утра не пью с кофеином. Ну ты мог сказать? Ну все, да. Все. Что мы будем? Чаевых не получится. Гонять. Я туда-сюда. Хлеба забрал. Хлеб. Что хлеба без хлеба. Опять без хлеба? Вот единственная проблема, да. Реально хлеба нет. Ни кусочка. Нет, шикарный омлет. Не ест, просто в тарелке не лезет. Да, не лазит. Ваши тарелки. Что ты тут еще набрал? Масло, что ли? А меда что не взял? Да. А мюсли? Мюсли не ешь? А не слипнется? Мюсли не ешь, нет? В одном месте не слипнется. Да. Чтоб я так жил. И вам того же желаю. Друзья, это всего лишь завтрак. Я уже молчу за второй завтрак и так далее. Хочу напомнить, что это пустыня, где нет ни капли воды. Видите, зелени нет, полей нет. Из полей доносится налей. А кушать почему-то есть. Вот откуда оно берется? Такая гора. Все, и грибы, и маслины, просто оно все зарыто. Такие тарелочки маленькие, но чисто провоцируют же, да? Взять именно малой еды. Чисто провокаторы. Маленькая тарелочка. Нашел! Ой, это этот, дефицит. Достал? Это мне только из пекарни повезли по спецзаказу, да? По блату? Индивидуальный заказ. Офигеть, что? Достал. Прислали курьером. Курьером. Достал. Вот это да.